Палата предпринимателей Актюбинской области с начала года принимает обращения бизнесменов в онлайн-режиме. Подобная мера позволяет отходить от канцелярского бюрократизма и более эффективно. К тому же все обращения предпринимателей остаются конфиденциальными. Николай Сырбов расскажет подробнее. С начала текущего года предприниматели могут, не вставая с рабочего места, отправить обращение в Палату предпринимателей. Для этого просто необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей. В основном предприниматели обращаются по вопросам ведения бизнеса и земельных отношений. Кроме того, бизнесмены интересуются различными вопросами в сфере санэпиднадзора. Предприниматели, бизнесмены Казахстана в онлайн-режиме, не выходя из кабинета, могут подать свое обращение. Вот. При этом они могут подать обращение, изложив конкретные проблемы, зарегистрировав на сайте. Национальная палата предпринимателей присваивает там определенный код, по которому предприниматель сможет отследить процесс рассмотрения обращений, не выходя из кабинета. Благодаря нововведению предпринимателям теперь не нужно ожидать 30 дней, чтобы получить ответ на обращение. На сайте появляется вся необходимая информация, даже вплоть до того, кто именно рассматривает обращение и на какой стадии находится процесс. Всего существует 5 основных шагов подачи обращений. Для начала зайти на сайт Национальной палаты предпринимателей, затем заполнить обращение в онлайн-режиме. После отправки своего пожелания на почту отправителя приходит письмо с официальным QR-кодом. Следом обращение поступает в контакт-центр Национальной палаты, после чего эксперты над ним работают. Стоит отметить, что в Национальной палате предпринимателей есть 32 секретариата, отраслевых комитетов и департаментов. Причем обратиться к экспертам можно и по телефону. Основной телефон 597960, по которому с любой точки Казахстана любой предприниматель может позвонить, обратиться со своей проблемой. Сайт www.palata.kz. Всего с начала года в Национальную палату от представителей бизнес-сообществ поступило 2263 обращения. 1693 из них нашли свое решение. Николай Сырбов, Мирлан Аманжолов, Казахстан, Актобе.